В нашей Вселенной существует огромное количество странностей, которые мы не понимаем. И кроме черных дыр, темной материи и нейтронных звезд, есть очень странные планеты, существование которых сильно нас озадачивает. Одной из таких планет является Корот-7b. Она находится на расстоянии в 489 световых лет от Земли. Ее радиус всего в 1,5 раза больше земного, а один оборот вокруг звезды она совершает за 20 земных часов. Считается, что эта планета раньше была газовым гигантом, похожим на Юпитер. Но из-за близости к звезде у нее испарились все легкие элементы, и теперь она в основном состоит из камня, и к тому же всегда обращена к своей звезде только одной стороной. Из-за этого на освещенной стороне температура поверхности ее достигает 4000 градусов Цельсия. Необычность этой планеты состоит в том, что благодаря такой высокой температуре ее атмосфера наполнена расплавленной породой. И это означает, что если бы вы там оказались, то своими глазами смогли бы увидеть настоящий каменный дождь. Знаете ли вы, что во Вселенной существует абсолютно черная планета? Трес-2b является газовым гигантом размером с Юпитер, и находится она в 750 световых годах от Земли. Планета примечательна тем, что отражает менее 1% попадающего на нее света, и это делает ее самой черной планетой во Вселенной. Известно, что температура на поверхности планеты составляет 980 градусов Цельсия, и тот слабый свет, который она все-таки отражает, придает ей немного красноватый оттенок. 434 световых года отделяет Землю от еще одной очень редкой планеты. Ее особенностью является то, что у нее есть огромная система планетарных колец. Выглядят они как кольца нашего Сатурна, но только в 200 раз больше. Радиус самого большого кольца равен 90 миллионов километров. Чтобы понять такой масштаб, представьте, что если бы такие кольца были вокруг нашего Солнца, то заканчивались бы они где-то около Венеры. В 33 световых годах от Земли в созвездии Льва находится планета Глизе 436b. Ее размеры сопоставимы с размерами Нептуна, а масса в 22 раза больше массы Земли. Радиус орбиты этой планеты настолько мал, что эта планета делает полный оборот вокруг звезды всего за 2,5 дня. Эта планета интересна тем, что она почти вся состоит изо льда, температура которого достигает 300 градусов Цельсия. Кажется, в это трудно поверить, ведь нас учили, что вода испаряется при 100 градусах Цельсия. Но на этой планете такой раскаленный лед образуется благодаря мощной гравитации самой планеты, из-за чего молекулы воды удерживаются вместе и не могут перейти в жидкое или газообразное состояние. В 2004 году была обнаружена суперземля 55 Ракка-Е, которую позже переименовали в планету Янсен. Эта планета тоже близко вращается вокруг своей звезды, и на полный полет по своей орбите у нее уходит 17 часов и 41 минута. Исследования ученых показывают, что она почти полностью состоит из углерода. И не просто углерода, а графита и алмазов. Согласно расчетам, треть планеты – это чистейший алмаз. Получается, что если человечество когда-нибудь полетит к этой планете, то такое путешествие купится во много раз. К тому же она находится достаточно близко, всего в 40 световых годах от Земли, поэтому в будущем такое путешествие вполне реально. Друзья, какие еще вы знаете удивительные места во Вселенной? Напишите в комментариях. А если вам понравилось это видео, то не забудьте нажать на колокольчик рядом с кнопкой подписаться, так вы не пропустите новые видео на канале «Хорошо быть умным».